Че наскребли? Блин, мне сейчас тень будет нагибать в лесу. Кто-нибудь мне потанчит, как обычно. Я не понимаю, почему. Меч. Постоянно тебя тень внизу в лесу нагибает. Не постоянно, а она должна. Ну, а вот ты, допустим, представляешь, ты, короче, покупаешь себе сразу сначала порт. Кого? Он тебя начинает нагибать в лесу. Порт. Покупаешь себе порт. Какой порт? Порт. Обычный порт. Телепортация. Телепорт. И чё? Ну, она тебя начинает нагибать, короче. Ты портанулся на базу, полечился, портанулся куда-нибудь в другой клочок земли, и там качаешься. А ты представь, если не успею я портануться. Я там нахуй, по крайней мере, делал. Панаги иногда промахивается, и хп у него побольше. Лук, ты Пошаешь, просто... Ты когда играешь, что первый берешь? Я вот сейчас бутылку одну купил. Блин, надо было тыкву. Тыкву надо, вот что мне еще. Че, мы сейчас опять покачаем эту карту? Меча. Нет, давайте ко мне все фласхиты, пожалуйста. Я вижу, как у нас это получается. Меч в порядке. Не, ну это еще было круче, когда мы в прошлый раз играли, вот совсем недавно с кем-то играл, было еще круче. Один просит другого потанчить его, при этом почему-то сам же уходит с меньшим хп. Тихо, сейчас убьете. О, егерь пьяный пришел с ведьмаком. Че, голду так же? Да. У тебя тыква есть, если чё? Зря раскрылся. Я вот с вами стою. Ну блин, ты на меня их переключил. Сейчас. Вот так вот их, кстати, гонять можно хоть до бесконечности. Кстати говоря. Блин, я пойду. Давай. Спасибо. Вот сейчас отлично прям затанчил. Тебе 5. Это нормально или поменяемся? Эмиль. Чего поменяться? Говорю, Эмиль, меняться будем ли тебе нормально? Нормально. Какая? Сейчас потренируемся. Чё-то и теньки нет, странно. Да она увидела, что фиша сделает. Она могла меча попытаться забрать. Сейчас глянешь. Слева! Если вдруг тень появится, я втыкну, вы ко мне тпшитесь. Справа! Пробью! Стан волка ганкни уже, если есть там стан первый. Надо больше работать левой. Что тут кому? Амиг лови. Мне хотя бы надо еще открыть, наверное, апперкот сначала. Надо добить этого, как его? Вампа. А, лаги. Пора размяться. Лягушку тенька бьет. Да не убьет. Ладно, надо тогда. Я мог бы на нее прыгнуть, если бы она не исчезла сейчас. Да не надо хп-шку кидать, луч. Чё пытаемся хп-шку хотят мне кинуть? Киньте кого-то другому. Выбрать здесь самый беззащитный, что ли? Да. Да. Обласкали. Зря раскрылся. Апперкор. Первый раз слышишь, чтоб от хп-шки лук отказывался. Блин, практически добил я этого вампа, сука, а он ушел, блядь, на карпалях. Вот пидорас, а. Судьба. Чё-то ко мне ещё тенька, блядь, прибежит. Нет, тенька ко мне прибежит. Так, я забрал. Уйдите теньку, скажите, чтоб я хотя бы не так стремался. Люди, наверное, пока без гангов пока похожу. У меня маны вообще нет. А чё у них, егерь на лайне? Интересно. Если мне звездопад кинут, то я ещё и голду сворую у них, наверное.
размяться. Вот за мной ходит. Я вижу, что он... Тинька у меня, скорее всего, потому что он за мной погнался через полкарты. У кого у меня? Что, заберем его? А, не можем его забрать? Кого? Ты не говоришь ни низ, ничего. Я по голосу не узнаю. Сейчас. Он, видишь, уже лужу свою кинул. Хорошо, иду. Сейчас снизу на него прыгаю и забираем. О, обнова как раз. Бля, зависло. Ну что, нападаем, нет? Да, ну пойди. Напал. Смотри, где он. Ну, лук, давай. Еще один разок. Хорошо. Все нормально. Я отхилялся. А сыкотно, понимаешь? Все нормально, а сыкотно. Да у тебя хп дофига там. Кстати, спасибо за хилку. И за допад бы еще. Сейчас сияшку сделаю. А если бы не обнову, не забрали бы моего. Потому что я истратил на то, чтобы похиляться. Не забрали. Ну да, конечно. Все продумано. Сейчас вот только теперь меня спасибо. Надо отступить, потому что я чувствую, что этот прием закончится. А ты что, сияшку мне дал? Спасибо. Он на ганке. И теньков я не понимаю. В зоме, наверное, уж давно. Они, я бы на ее месте там был. Они походу в лесу. Да, у них как-то странное расположение. Меч, лес, егерь, лайн. А они просто не хотели, чтобы мы меча ганкали. Хотели, чтобы он прокачался. Он мечу раз... против меня был очень хуёво. Он поменялся с этим, с ведьмаком. Мой коронный. Ребята, надо, можно опять вам покороче посадить. Ну ща, погоди. Ну теперь можно хилочку мне тебя на маленькую. Да, ВДВ, беги, голду. Спасибо. Я пока не могу бежать, голду. Что такое-то? Это пиздец. Это фен, что ли, или что? Да это у Макса. Или это сушилка для рук? Чаем. В чем, блядь, отодили где-то сидит, что ли, я не понимаю. Да это фен. Ты что там сушишь-то? Ногти. Руки спотели. Так, люди. Я нижний глиф гляну сейчас и куда-нибудь гангнуть. Кому лучше? К жабе приди, жабе тяжело тут. Хорошо, иду. Егеря гангнем, я с мощью. Прям под башню прыгаем, ага. Ты подожди еще, я же не пришел. Да ведьмака. Готов? Вон, смотрите, ведьмака херово. Ну ты че, где? Эй! Пипец, чуть меня не убили. Че ты нервничаешь ты? Ты ушел больно далеко. Не удалеко ушел, я бы прыжками туда прыгнул. Ребята, вамп ушел от меня. Вамп ТСС, он пошел на мид, походу. Ну я на голду, все в порядке. Там Лена пришла. Ты же такой паникер у нас. А нет, он меня точит, ребята, у меня точить пошел. У тебя ДПшится, нет? Да нет, я ушел. Да, там, блядь. А если бы он тебя начал сосать? Голову себе сломаю, пока меня гаснет. Мой короны! Пробью! Серия! Надо больше работать! Ну чё, ведьмака тоже гангнем? Он один раз чуть-чуть. Ну блин, ушел на один удар, зараза. Ну чё, нападаем? Ну ты где, кто-нибудь? Блин, ты предупредил бы! Сколько раз надо предупредить-то, ё-моё! Говорит, ничего, а всё там, не знаю. Я же сказал, ведьмака, ну, ой, маны нет, все, да вон, маны нет. Ну, это, вампиры гахнуты со мной. Если я же хетом будешь, я смотрю на ведьмака. Я сказал, ну чё, ведьмака гангнем,
Ну пошли. Откуда я знаю, откуда ты это сказал? Может, что-то с другого карты? На карте меня видно. Вот вы начинаете это, как. Давайте. А что она говорит, что я виноват? Я не виноват. Да конечно виноват, давай дальше. Предупреждаю просто, нормально. Айда, я глаз купил, сейчас вампу заберем. Что она? Ты готов? Все это пропащая тема. Скажи, что виноват. Давай, пошли уже. Я нападаю на вампу с глазом. Эй, бедненький, хочет исчезнуть. Он меня сосет. Он в щите. Вот так вот. Придется его отпустить. Ну хоть приятно. Не очень. Он зубами сосет. Слушай, он только что на меня ульту убивал. Айда, я сейчас еще раз прыгну. Готов? Готов. Конечно, готов, если он дядя. Он же мне не подготовлен. Окей. Пойду голду с ворой попробую. Голды нет. Блин, свиток пропадает зря. Жалко-то как. Что такое? Ничего, у меня хорошее настроение. Что-то у меня, ребят, хорошее настроение, да, хотел сказать. Оба, на миду что да, творится. Да. Я иду, сейчас тень помогу забрать. Давай тень мне. Оба, вот он дает. Не уйдет. Блин, но все-таки лагает все в игре в этой. Жмешь. Надо больше работать левой. Так, что, на вампира мне прийти? А, не надо уже, да? Я убил его, он дебил. Он меч, ты куда поперся? Там у тебя на меду. О, инвиз, беру. Взял. Ай да, ведьмака, сейчас я прыгну по-быстрому. Меч, ты готов? Не пугай его только. И поехали. У меня штурм. О-хо-хо-хо-хо. Ушел, гад. Я с глазом. Да, ведуна нам сейчас не хватило. Наган. Айда сломаем, короче, башню. Сломаем башню, люди. Оба! Обачки! Да. Вот это я понимаю. Пойду за бутылочкой скажу. Вы там доломаете без меня, нет? Ну отступайте тогда. Но они у меня наверху двое с егерем. Я не знаю, что они там делают. Ушли на мне. За великие вдохские войска! Теперь я еще с глазом против вампира стою. Он все падает вот у меня постоянно. Бедненький. А он просто дебил почему-то полез на меня в лоб и решил, что он с какого-то блока он сильнее, чем я. Ну и упал там же. Так, на меду сейчас замес, люди. Беду, бегу к вам, замес. Но я бегу, парни, без порта. Кого-нибудь птички-то хоть остались? У меня нет, мне никто и не давал их. У меня их и не было. Вообще. Да. Ха, добивал я, видел какой? Да, я видел. Да? Я тебе застанил, а ты его убил. Да, давай башня. На меча можно было бы прыгнуть. Так, ну я за голдой пошел. Нашу лягушку бьют. ТП-шу сейчас помогу. А я башню предлагаю еще вторую пронести. Надо больше работать левой. Хе! Помог, пришел, называется кино. Он взял, сам всех убил. Есть язык? Язык есть? Чаллинг, он попадает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы вот там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, меч ходит. Блин, ведьмак какой сильный, мне даже испугался и стратил сияние. Оба, смотри. О, егерь.
Да. Я нажал, а что-то не работает, что-то. О, бля, хуёво. Извини, ВДВ. Алфидер, за ним. Уходи, уходи, уходи теперь. Я-то уйду. Что-то да, я обнаглел, я. Обнаглел. Так, я мой подмощь, ребята. Прыгнили. Мобы. Вкусные мобы. Вкусные мобы. Мобы. Теперь я так не подставлюсь. Приказ понял. А что, Мир, без ульты был, что ли? Может, ман не хватило. Лок, у тебя все хорошо? Без ульты. У меня все прекрасно. У меня меч дебил. Ульту потерял только что, 2 секунды не прошло. Просто не знает, что я вам. Ну, блядь, ульту я тебя снесу, сука. На, без ульты переходи. Ты же сказал, что только меч что... Меч без ульты, если что. Ты же говоришь, что он только что потерял ее. Ну да, только что потерял, да. Не сходится. Давай, жаба, жаба, домашнего. Подхожу за... Бей под тенью. А-а-а, подтянешь? Чё, башню ломаем? Давай напрыгнем на него. Я не ломаю, потому что меня отходят, ребятки. Помогайте. Сосёт. Ребятки, наверх, наверх поможет. Во-во-во-во. Наверх не могу. Ты пышусь. Меча, отходи просто от меча, да, мы сейчас его заберем с тобой. Кто-то ко мне ты пышется. Ну и все. Доиграли для этого. Все хотел меня он убить, но убил, пришел же, вы же свидетели, он пытался. Надо больше работать левой. Дайте мне кого-нибудь сожрать. А он даже это, он на меня нападал, мы с ним это. Я короче, дрались. Я лес больше не фармлю, мне меня некогда. Больше, чем у него. Сейчас подтяну, кто вылезет. Ведьмак у меня тут, ооо. Да валите, валите. Ведьмак у меня тут, эй. Кто-нибудь поможет ведьмака убить? Да, поможет. Эх, как это он в кружке своем не умирает, что ли? Неуязвимый? Когда он крутится. Я его ударом ноги сейчас бил, а он крутанулся и нисколько не повредился. Это что, значит, он неуязвимый, когда крутится? Кто когда крутится неуязвимый? Ну кто крутится? Ну ведьмак. Блин. А, то есть ты его знаешь. Ну, ВДВ. Я ты что, ты там вздыхаешь, что ли? О, как это ты так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребятки, помогите. Сами знаете кому. Помогаем. Бля, убили штуки, ну ладно. Я восьмерых убил готов, про одного тебя. А я не могу свой звездопад истратить никак. Он зря пропадает. Бейте, бейте его, эй. Воу-воу-воу-воу. Я тыква. Блядь, я не выжил. Ну, меч без ульты же, ну. А, он с ультой уже? Как бы. Вообще, очень плохо. Очень плохо. Гады. Ребятки. Давайте уж честно говорить, очень важно. Громит, знаешь, как там сидел? Ходил по деревьям. Ну я и сходил-то. Не выходи, Ама. Она сейчас тень убьет. Оп. А тень невидимая. А егерь сзади Аму мочит.
Вы что творите, народ? Вы, бля, вообще пиздец. Бля, затупил я, нахуй я это сделал. У меня к вам ТПшится, не? Повторять ошибки. Да не надо уже. Да не надо, почему до сих пор их не порвали всех? Все, бабушка все равно уже умерла. Все, приходит, умираю. Че, меч, отступай. Меч, ты уйдешь, не? Давай, ты бессмертный. Хорошо. Так, я за голбой. Не лезьте пока, эй. Рамончик! Давай, я уйду, пускай бегает за мной, пускай. Я к вам больше, смотри. Что вы там творите? Психи, а? Ты посмотри, я не офигевший. Это вам. На. Я егеря сейчас добью и приду. Ух ты, для смерти. Извини уж, кому удалось. Бля, вот у меня атака начинается вообще прям хорошая. Я его убил. Десятка на двоих. Не, я их добил. Я подкинул на кого-то, что. У меня было 8, сейчас 10. Кого-то я состилил. Бля, дайте отожраться, гады. Я вообще только автоатакой бью, чувак. Башню. Давай. Оп. Попал? Блин, зум ушел, я запил зум, аж улетел. Ну все, вот он тут. А как он рядом стоял? Давай еще одна потенциальная цель. Дай сдохни. Сдох. Не ушел. Такой контроль жесткий. Дайте мне отожраться, не едет. Ребятки, у меня вообще ТП-шки нету, я пошел. А дайте верхнюю башню сломаю. Лена, танкуй, да. Танкуй. Ладно, ребята, вступите, пускай кто играет еще. На этот раз я хоть зум успел выйти. Ну тебя. Да. Притянешь? Тут по мне знание в удовольствие. Мой король. Надо больше работать левой. Апперкот. Я тыква. Блять. Я не тыква, я просто бью. А, я сдох. Ведьмака бить бесполезно, блин. Ваша. И рестайлинговая версия лука вышла только что буквально. Опа, рестайлинговая версия лука. Что еще за рестайлинговая? Которую не убить. Нет, и мы видим, как тебя не убили. Это какая-то забагованная версия, чувак. Не, правильно ты стал егерь бить, кстати, вот. Правильно. Ведьмака ты дольше будешь бить, чем вот егерь такого. Лена, крышку убила. Дайте поиграть, Лидин. Опа. И не дал ему влезть в дерево, он сейчас убежит. Взял и помешал дереву его взять. Ну, молодец. Чё, драка, пойдёмте с нас шуманём, а? Забегает, что вам жалко. Пойдёмте драку шуманём. Собака, давайте, собака, раз, два, три, оп. Ребят, драку лучше добить сейчас, так что побольше получить. А что, я пошёл, насколько понял, сейчас у меня нас несут и пиздец. Я башню ломаю. Да, я Рамиль, что мне за нет? Я понимаю, что у нас уже Рамиль сыграл, лучше свалить так. Ну и всё, и на драку всем сразу. Егеря, помогите, егеря, тормозите, ё-моё. Ну чё, не всем пофиг. Я иду. Чё всем пофиг, ты хп видишь? Да просто егерь лошара. И всё, вот надо было ему дать умереть. За великие докские войска!
Че, лучку? Пойдемте драка долбить. Может, Ведьмака в пятером как-нибудь, не? Пятером? Ведьмака? Ох, я с зума вышел, догнал вас. Да ты стилер. О, мощь. Да ладно. Стиллеры, блядь. Подождите меня, может, оставьте его на полточка, я еще не вышел. Гады. Да ну тебя нафиг. Погнали дальше. Что ты сможешь? А дайте наверх. Да хоть Ведьмака, хоть куда-нибудь. Ведьмака давайте, он вообще оборзел. Может, меча, пока он без ульты. А он с смертью все-таки еще с одним. Ух ты, гад. Ушел, что ли? Нет. Нет, вот ты стиллер. Я его вообще-то и бил вообще-то больше всех. Нифига себе, ты смотрите, там ТП-шится сзади кто-то. Там ну, сзади кто-то ТП шел. Кого-нибудь вытянул. Тут сзади кто-то. Сейчас я вытяну, не долбите башню. Зачем? Он хочет с этого. Вы что, им футбол там играете или что? Подождите, не долбите, сейчас еще кто. Да хватит уже издеваться. Да это извращение, парни, давайте уже сносить все это. Там на базе никого не было. Да хорошо против Нави играть. Конечно хорошо, всяко приятно. О, первые ура, вижу. Внутренний на стержень мне сейчас дали. Я курю. Да, ничего не дали вообще. А мне отражение коварство оранжевое дали. А я сделал 12 киллов, ха-ха-ха. Ни за что. А 14. А я сдох, блин, столько же раз.